Ну все, в общем-то, финальный босс, как говорится. Очень классно пели, танцевали. Вот Маша, это наш преданный фанат. Она все знает. Ребят, спросите у нее, каково это было вчера. Пью чай за ваше здоровье. Блин, видите, и сразу этот финальный босс начался, который постоянно хочет меня убить. Причем постоянно и сразу. И его надо убивать как-то не очень мне понятным способом. Вот так, один раз. Нет. То есть к нему надо подбежать на один раз буквально. Понимаете, что он творит? Что творит чертяка? Оп, и мимо. Но я все равно попал. А один его удар, это где-то 20% жизни. И вот он, блок. Нет, а блока не было. Уходить надо, уходить. Спасибо, ребзюля. Удачного стрима. Кристине привет. P.S. про Ник угадал. Про Ник угадал? Инферно, спасибо, бро. А про Ник, что за про Ник? Что за был вопрос про Ник? Кстати, вы заметили, я теперь начал тестировать новую систему доната. Ребята, если хотите... В общем, тоже рекомендую вам ее попробовать в качестве донатера. Итак, как всегда, эта тварина меня, блин, крошит в клочья. Я пытаюсь убежать, но ни хрена, меня настигает правосудие. И я бегаю его кругами, он вот делает свои пакости всякие мерзкие. А вот сейчас надо подойти к нему несколько раз ударить и опять убежать. Но... Да, теперь надо стоять смирно. Ага, он прибежал. Вот, два раза порубил, и надо убегать сразу же. Угу. Убегать ко всем чертям, как говорится. Потом со спины еще два раза, вот он развернулся, а ты уже далеко. Так, он ко мне подбегает и, конечно, прямо в зайчика стреляет. Меч он мой вынес. Ах, блин, буква Б. Смотрите, у него 200% жизни, у меня было 140, но уже 52. У него 170, 170. Великолепная техника удара. И спасет ли она меня или нет, не знаю. Бум! Бум шоколака. Да, 6% я убиваю с кулака, но он убивает гораздо больше. И мне надо опять бежать. Опять бежать, и надо бежать за мечом. Кстати, где он? Где ты, мать, перемать? Где ты, меч? Что-то у меня не двигается камера никак. А он ждет, пока я возьму меч. Да, может, ты в баню пойдешь, слышь? Блин, где же... Ага, вот ты, мой меч. Все понятно. Конечно, на другой стороне. Он лежит по кулакам, его фигач. Супер. Легко сказать, чем сделать. Видите, чем занят этот человек? Он постоянно, блин, с огнем шурует. А, нет, не туда я бежал, хотя можно было бы и дальше убежать. Ладно, подойду со спины. Два удара. Нет. Промазал. Опять. Что он сделает? На этот раз надо было бежать. 15%. 0%. Супер. Максишок, как его фигачить по кулакам, если он... Клава играть? Гром, я вообще не знаю, есть ли смысл играть Клавой, когда с джойста все так быстро ты делаешь. Вот, он прибежал ко мне, но... Ага, я держу блок. Еще раз блок. Ну давай, может, немножечко уберу у тебя. Нет, надо бежать. Да, это правда, надо было убежать. И посмотрим, ага, он меня, ага, я вот со спины, и блок должен был быть, почему Райден не поставил блок, я не знаю, ребят, честно, потому что я все нажимаю. Хочется выругаться грязно, но так как меня смотрят дети, пожалуй, промолчу. Куда бежит этот, ах, все-таки он меня зацепил, но, да, мечишка-то он выбил. По кулакам, говорит, фигач. Давай, бей. Бей, Райден, бей. Скандируют трибуны. Не знаю, получится ли. Врубается в слоумо. В этот момент ему надо по рукам бить. О, Максишок. Он когда подлетает ко мне, я уже должен быть вообще хрен знает где. На другом конце света, понимаешь? Блин, а этот тварь все никак не успокоится. Давай. Взял мечишко, на клаве резать удобнее в режим меча. Ну, а чем? Ах! Нет, промахнулся, сенатор! Ну что, жирик? Ну вот как его бить по кулакам, когда он, понимаешь, я максимум могу стоять в блоке.
Сейчас он запустит свою огненную стеночку. Она меня не должна догнать. И ко мне он прибежит, конечно. А вот теперь несколько ударов, пока он разворачивается. А я уже должен убежать. Опять он прибегает. Ага, и улетел. Вот теперь самое интересное, ребят. Просто жесть жесточайшая, когда он меня начинает всякую хрень бросать. И это просто меня бесит. Вот этот вот... Оп! Я же вроде что-то нажимал даже. Я же нажимал курок. Твою же ж мать. Ладно. Попробуем еще раз. И... Камон, давай, брось. Брось меня. Мышкой больше контроля, чем соском. Ну, не знаю. Давай. И... Бумс. Вот. Так, сосочком. Бэмс. Разрезал. Бэмс. Разрезал. И бэмс. И этот чертило. Так, а дальше что? Ага, бросил его под камешки. И что, он выживет? Конечно, выживет, блин. Куда же ему не выжить-то, а? Скотопендра. Ну, жирик, блин. Ну, ты неубиваемый, реально. Действительно, туда вот эту войну, и тебя тоже туда же. Только не надо. Нет, не догнал. Ну, ты же не догнал меня. Ну, скажи. Нет. 87%. А теперь надо... Бум! Хороший мамаша Гири с двух... С рук прям на две ноги, это прекрасно. Я как будто, знаете, ММА сейчас комментирую. Ну хватит, хватит там распаляться. У меня и так меча нет, блин, а тут еще ты. А меч вообще хрен знает, где надо бежать за ним. Надо бежать, бежать. А, нанопластины, кстати, как их использовать? Как использовать-то нанопластины? Восстановление нанопласта. Ну, хочу тебя восстановить, восстановись. Как-нибудь. Нет? Не восстановишься? Ребят, что надо нажать? Что надо нажать, чтобы восстановить? Я вот на паузу нажму, да. Я поставил нанопластины. Как их использовать, чтобы жизнь немножечко вернуть? Жирик. Ну да, холи орлашек. Жирик вообще мочит, если честно. Хилки собирай в камнях, падают, поставь их в панели. Они сами юзаются, как только ноль будет. Ну вот я их поставил. Ну, вроде поставил. Вот, правильно? Правильно, вот же она, восстановление. У меня 8,7. Так, где ты, скотина? Ага, ты, скотина, уже здесь, да? Ну, жирик, блин, ну, скотопендра. Ну, давай, беги ко мне. Так, что он сделает? Сейчас он просто меня тупо ждет. Ах, нет, надо бежать, бежать, Райден, Райден. Твою мать, Райден, просто беги. Нанопластина — это вещь классная. Но стена из огня меня не радует никак. Давай, два удара. И убежал. Красава. Райден, ты мне нравишься все больше. А что это за зеленая хрень? Почему ты начал светиться? Почему ты начал светиться зеленым? Какого хрена? Ты что, Халк? Нет, нет, надо убегать, Райден. Это невозможно. Что это за режим киборга у него? Не, это все, вы знаете, это все блоки. Он восстанавливается. Вот козлина. И как мне его убить вообще тогда? Ну, у него 200, у меня 115. Ну, вот так и будем. Да, ребят? Ладно, я побежал, пожалуй, что-нибудь возьму. Еще одна наносталь. Нанопластина. Ага, он восстановился, и опять у него 200. Какой красавец. Можно сказать, что просто, вот тот, кто придумал игру, просто, смотрите, раз, с ноги, да, а я убежал. А он начал опять колдовать, фаерболы, и же с ними. Жесть, мне не нравится эта хрень. Так, и он мне тоже, собственно говоря, не очень-то нравится. Но можно его немножко порубить и отбежать. Да, затягивается наша битва с тобой, жирик, конечно. Господин сенатор. Так, убегаем, убегаем, убегаем. Куда убегаем, непонятно. Ну, куда-нибудь. Ах, нет, надо было... О, нет, все, стоим здесь и ждем, пока все взорвется, взорвалось. Подбежали к нему, ударили, но нет, теперь надо бежать очень далеко. Желательно куда-нибудь в Мексику. Отлично, и он сам прибежал и промахнулся. Хорошо, вроде реакция есть. И дети у меня будут, но один уже точно есть. Так, сейчас он опять прибежит и промажет. Да, промажет, потому что Райден вроде как... Нет, 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 не догнал, не догнал. Ага, все-таки догнал. Лады. Опять мечишка мой ушел.
Ладно, на кулачках, раз ты мне разрешаешь тебя побить немного. Когда он хилит себя, бей ему по спине. Инферно, я же бил по спине, он, блин, развернулся и стал мочить меня. Такс. О, Райден, тебе надо вернуться за мечом. Срачняк, между прочим. Где же меч? Вот же меч. В общем-то, просто возьми его и ничего не делай. Стой, там сейчас все взорвется. Козлина! Нет, это блок. А вот мне вот это выкуси накоси. Посмотрим еще. Еще один блок. Давай еще раз. Нет, теперь бежать. Бежать, бежать, бежать. Стена огня. Сейчас он прибежит ко мне. Промажет. Нет, попал. Понял. Нет, и сейчас надо бежать. Немножко надо убежать. Нет, стена. Стена меня настигла. А теперь вообще непонятно, что происходит. Надо Райдену вернуться в этот мир поскорее, да, и ставить блоки, потому что это невозможно. Невозможное возможно, как говорится, с 20% против сенатора. Так, убегаем. Убегаем. Убегает зайчик мой. Да, так, господи ты, боже мой, это встань уже и дерись как... Ага, я опять похилился, это прекрасно. Мне нравятся нанопласты. И вообще все, что связано с нано, мне очень нравится. Нет, я что-то не то сейчас начал делать, и это все отвратительно. Я играю просто как олень. Последний. Последний олень в лесу. Такое заколдованное животное. Так, блоки, блоки. Так, и убегаем. Хорошо. Бегство, Райден. Это значит бежать нога... А, нет! Попал. А блок? А кто будет ставить блок? Хорошо, еще один блок. И побежали. Нормально, вроде ничего. От стен надо убегать. Он промазал, а я могу и попасть. Нет, ну... Да, он начинает гореть, а я должен... Прям по яйкам мне, прям по кибер... Прям по нано-костюму, блин, врезал. Ну что ж поделаешь, если он такая тварь. Ой, стой, просто стой, Райден. Отлично. Ага, как так быстро ко мне прилетел-то? То есть я должен вокруг него, да, постоянно бегать и его долбить. Стоим. Ага, он прилетел. Сейчас посмотрим. Опять он, опять свою силушку собирает богатырскую, чтобы одолеть бедного киборга. Ну, и мимо, мимо! Ну, ты же мимо меня пробежал. Нет, все-таки не дает ему покоя мой меч. Меньше сотни-то я уже сделаю у человека или нет? С двух ног. Вроде сделал 94%. Мне кажется, он сейчас должен побежать на... наверх. Да или нет? Сейчас зазырим. Вот тут где-то был меч. Секунду! Только не по яйкам. Хотя там кибер-костюм. Оу, ну дай мне хотя бы меч-то свой забрать. А вот же он. Ага, вот и мечишка, но не успеваю. Не успеваю. И, в общем-то, вот, теперь все получилось. Окей, и бежать надо, конечно, бежать, потому что эта тварь... Ага, упрыгала. Упрыгала от меня, мажефака. Когда он хилит... Жириновский нехорош политик, это мягко говоря. Ребята, хватит вам все политики... Я хоть и не политик, ну ладно. Дикс. Давай, козлина. Ага. И что будет теперь? Неужели ты опять выживешь, тварь? Хотелось бы сказать мне. Но да, ответ я знаю уже давно. Ну что, жироподобный жирогаз. Накачан он, конечно, великолепно. Нет, надо убегать. Конечно, вот куда-нибудь вот сюда. Хорошо, но практически меня не задело. Ладно, вроде я все нанопласты пособирал, а он меня догнал, да. Опять мечишка мой улетел. Но не тут-то было, я могу и сдачки понадавать. Бей его по печени, хотя там у него полные нано-механизмы. Вот оно что, Михалыч, как говорится, 56% у сенатора, ребят. До такого я еще не добирался. Это больно, реально, мне тоже очень больно, сенатор. Не надо хилиться, мать-перемать, потому что я ненавижу это. Не хилься, козлина. Почему ты хилишься?
А, кто сказал ему по спине там бить надо? А, вот. Так я вот, смотрите, отбегаю. Так он меня... Ладно, убегаю, убегаю со спины. Все, то есть я... Какая... Как он может? Как он смеет, я бы даже сказал. И почему мне не дают нормально убить человека без всякого хиления, а? Ребят, ну кто подскажите, как его завалить-то, блин? Со спины не получается ничего, как он хилится, не хилится, ему похрен. Он сейчас до 200 доходит, и опять у него все окей, понимаете? Это невозможно, конечно. Это бесконечное убивание босса называется. Да, еще и прилетело от него под конец, ну совсем, конечно, неприятно. Ёк-макарёк, да, хочется ему сказать. Ты полная козлина. Ну, мне кажется, он и так знает, что он вообще конченый отморозок. Еще и догнал меня сейчас на ударе. Встань, встань, Райден. Райден, встань. Ну нет, тут с двух ног будет удар. В слоу-режиме режь. А, в слоу-режиме его резать. Спасибо, теперь я понял. Режь спину, понял? В слоу-режиме резать спину. И тогда он перестанет хилиться, да? А где же лежит мой меч? А вот же мой меч. Хорошо. Ну, держимся. Так, где ты? Беги ко мне. Не надо, ладно. Это блок. Так, а теперь убегу. Окей. Бабах. Он прибежал, но... Да, я пытался. Но это просто невозможное возможно, ребят. Уходим. Слоумо, значит, да? А, может, я когда с ним сближаюсь, реально по слоумошить, а? Нет, попал в меня козюльская козлина. Опять. Вот смотрите, вот. Вот я в режиме слоумо, да? Он что-то там за хочет свои... Ага, и меня вышибло, нормалек, но я хоть сколько-то у него да взял. А вот теперь опять. Нет. Ага, тут режим слоумо не поможет, потому что надо блочить. Окей, я тебя понял, сенатор. Как говорится, не дурак. Прибегай ко мне скорей и мимо. Но где ты? Ну где же ручки? Где же ваши ручки? И убегаем. Нет, он догнал, но... Сейчас что-то будет. Опять меч. Меч у меня выбит. Давай, мочи. Круши и забивай. Два раза козлина похилился. И, ой, это какая-то новая. Ага! Вот этого, мне кажется, он совсем не ожидал. Такого удара. А это больно, действительно больно. По себе знаю, удар в челюсть, ребята. Это малоприятно. Райден взял меч, пока за спиной стоит сенатор. Но нужно бежать, потому что это козлина. Пытается опять колдовать. Нет, зачем я это сделал, непонятно. Ну что, побежали к тебе опять. Давай попробуем в режиме слоумо тебя погандосить. А теперь блок. Хорошо, блок. Нет, блок. И убегаем. Ага. Так, жду, когда ты сам ко мне придешь и промажешь. Ох. Ох, не надо было включать режим слоумо, как говорят. А вот здесь можно и повключать, но надо убежать. Понятно, жду. Не дождусь, когда ты ко мне придешь, птенчик мой ненаглядный. Да ёкалэ мэне. Так, жига-жига. Хорошо взорвалось, да плохо кончилось. Нет, в режиме слоумо он совсем не... Ставит блоки, ребят. Угу. А сенатором ведь как? Надо только бегать. А, неужели достал? Да, достал и выбил меч. Ну не тварь ли ты? Хочется ему сразу же сказать. И сейчас с двух ног получи по печени, козлина. Полежи, отдохни, как говорится. Ё-моё, everybody dance now. Он разозлился еще больше, хотя куда, блин, еще больше. Я уже потратил, наверное, все, что можно было потратить. Возьми меч и свали, пока он не догнал тебя. Ах, нет. Что-то там было. А вот со спины, ладно, бью, но...
Сорян, конечно, ребятки, хрен его убьешь. Ну, тут еще Райден впал в кому. Ну, все, хампец. Как говорится, давай, круши, вали и забивай, не дай ему опомниться. А он уже заносит руку, хотя вроде не заносит. Вроде ничего, могу и побить. Опа! А вот этого удара Райден ну никак не ждал сейчас. А со спины нет, надо бежать. Конечно, надо бежать. А сейчас тоже надо бежать, но не успевает Райден. И я тоже вместе с ним. Надеюсь, вы успели посмотреть этот чудо-триумф Райдена. Вот он удар. Удар от Сенатора, еще один. Вспомните великолепный фильм с Сильвестром Сталлоне. Рокки, любая его часть, примерно такие же удары наносились в конце фильма главному герою. Уходим, но недалеко, потому что эта тварь прибежит. Ага, и, конечно, надо было поставить блок. Так, 95%, но надо бежать. Нет, он догнал. Хотя Райден не такой-то и слабак, как кажется на первый взгляд. Может из кулачка долбануть. Теперь надо побить его побольше. Не дай бог он опять начнет хилиться после этого. И теперь удар века в челюсть. Отлично. 75 у Сенатора. У меня вообще хрен знает что. Неужели его сейчас добивать надо? Только не хилься, братан, прошу, умоляю. Да, конечно, меч. Давай, спокойно. Надо как-то тут встать. Ага. Ну чуть-чуть-то задело. Нет, 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 нет. Райден пока что никак. Никак нельзя бить Сенатора напрямую, он тебе не игрушка, а надо немножко включить шахматы здесь. То есть твой ход, мой ход. Ну давай, попробуем слоумо. 67, ну отнимает, конечно, катастрофически мало. И сверху можно, и снизу, но вот опять сейчас начнется выбивание меча. Что ничего бы мне очень не хотелось. 57, нет, он хилится вроде не собирается. Козлина нет. Бум по яйкам. И на колганчик взял Райдена. А теперь, мне кажется, зима близко, ребят. Я буду его строчить, пока смогу. 49, не знаю, не знаю. Надо не дать ему. Не дать ему начать хилиться, чтобы. Хоть у меня и меньше остается, но все равно. Я смогу. 45. Сенатор, прошу тебя, не надо хилиться только. На, с двух ног. Получил. И что будет сейчас? Это было больно, да, это было больно. Я с тобой абсолютно согласен, только не убегай, козлина. Потому что мне нужен мой меч. Меч-кладенец, меч-леденец, я не знаю, назовите как хотите. Бью пока. Ага, он отвечает. Ну понятно, куда же ему еще деваться. В режиме слоумо пытаюсь добивашечки устраивать. Но не такой-то простой Сенатор, чтобы его просто так взять, ребятки. 26 у Сенатора. Сейчас он забубенит свою магию, и я отлечу, да. Но я прилечу сразу же обратно, опять включу. Нет, надо было включить режим. Нет, это было мимо. Хотя нет, Райден, извиняй, братишка, тебе надо восстановиться, срочняк. Бей его как-нибудь на 19%. Нормально, я иду теперь на колганы. Ох, вот это мне не нравится. Что поделать, ладно. Ребята, ёк-макарёк, как говорится. Так, первый бросок. Не успел я нажать. А второй будет бросок? Так, не будет. Ну ладно. Нет, не добивай меня. ЛС. Это сосочек надо было нажать. Ага. Нет. Хорошо. Ну, пожалуйста, Сенатор. YB. И так его, и вот так. Мечишко ему вонзил.
Ну что, Жирик? У тебя все-таки 18% до сих пор. Может, ты вытащишь... А он, наверное, сейчас сам вытащит этот меч. И... Твою мать, вот этого я и боялся. Так, иксом тебя. Да-да, дружище. Ну, на колганчик. Вытащил мечишко, и голову надо срубить. Надо срубить голову. Ну, срубай, срубай, пока не поздно. И... Блин, бей, бей, да, бей, круши. Ууу, и вырвал нано-пластины. К чертовой матери все. Ребята, ребята, что происходит? Я победил его! Фу! Yes! Вы видели? Фу! Я думал, я не смогу. Господи! Yes, я смог! Фак! Фак, как же это клево! Yes! Ты гарантия того, что статус-кво сохранится еще некоторое время. Война как социальный институт. Так, Жирик, не заговаривай мне зубы, умираю уже по-бырому, игра закончится. Фу, да, ребят? Спасибо всем, кто болел за меня. Ребята, мои братья, мои бро, мои систы. Вот вам мой фист. Жирик Рип. Достойный преемник? О чем ты, блин, Жирик? Неужели это я? Какая следующая игра у Улькиора? Надо почаще на стримы приходить. Попадались под руку. Прикольно. Ну хватит болтать. Какая болтливая игра, конечно. Еще убивал его 2 часа, еще умирает 15 минут. Все, вырвал у него все члены. А, это сердечко его нановое. Ну что, надо его проткнуть? А, зачем протыкать, собственно, я же киборг. Все, до свидос, Жир. Чао, бомбина, сори, как говорится. Пусть земля тебе будет на... Не знаю. Стали. Мы родственные души, ты и я. Вообще-то это неправда. Я не такой крутой, как ты, Жир, честно. Если бы не меч... Оу, Донателло пришел. Пришел Донат. Спасибо, Рибзюля. Инферно. Я знал, что ты справишься. Бро, спасибо. История, итоги сражения. Чики-пуки, паки-пуки. Вперед. Итоги главы. Глава 7. Не говорите мне, что это не последняя глава, пожалуйста. Высокочастотный клинок Мурасама. Отлично. И... Ага. Новости, конечно, давайте посмотрим. Что там у нас по Первому каналу? В Шабхазабаде. Кто сможет выговорить это слово с первого раза, тот молодец. В Шабхазабаде. US Marines. Какой прононс. 3 часа базарит перед смертью, это правда. Донат, 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 пришел донат. Маша! Ура, Давидушка, поздравляю. Ты лучший. Ты молодец, подчеркивание циркумфлекс. Подчеркивание циркумфлекс, спасибо, Маш. Дыщ, Маш, ты уже входишь в ранг моих топ-донатеров. Ты постоянно какую-то, знаешь, сумму донатишь каждый стрим. Спасибо, мне это очень приятно. От нас с Кристиной тебе большая благодарочка. Вообще благодарочка всем, конечно. Так, ну что, а это та девчуля, которую я хотел... тетюли, которую хотел помацать, да? Кто-то опять... Док вообще мутит и воду, как всегда. Как же звали эту блондиночку-то? Наличка такая, да, не симпатичная, но хотя симпатичная, конечно. Можно уже показать финал, все. Земля очищена от плохих людей. Идет Райден под ручку со своей женой, с ребенком. Русский пришел, Борька пришел. Ха-ха.
С Киви кошелька, спасибо. Машуль, спасибо тебе большое. С Киви кошелька-то оно, знаете, ко мне же больше доходит. Я вам открою тайну. Если вы донатите напрямую с мобильника, вот вычтите из этой суммы 18%, по-моему. Ну, почти 20%. До меня не дойдет. То есть со 100 рублей 20 рублей до меня не дойдет. А если вы будете с Киви это делать, то там, по-моему, 3%. До меня не дойдет. С вас ничего не снимется, а вот до меня не дойдут, не дойдет часть. Поэтому спасибо, Маш. Они постоянно трескают пиццу, блин. Борюс, ну ты бы принес там водочки, пельмешек, ну я не знаю. Ты как не русский, блин, ё-моё. Новичок? В смысле новичок? Кто? Это меня назвали новичком сейчас? О. А, это же Джордж. С клевой рукой, да, теперь? Так он ему нахрен руку отрубил. Чувствуете, между ними уже что-то завязывается, между этими малышами. О, волк пришел. А, он тут спал мирно, ему на хвост наступили. Тревога! Отменена. Бум, по голове еще книжкой. Расскажу, господи. Ну это только с помощью ваших советов я это сделал. А так бы я бы... Вы чё? Я, блин, умираю. Так. Ну, где Райден-то? Не говорите мне, что его разобрали на запчасти. Я буду плакать 3 дня потом. Я уже практически влюблен в этого персонажа. Джек-потрошитель, ну так и есть. Так и есть. У Киви так, как ты хочешь задонатить, что Киви скажет... Сколько налог из тебя списывают 100? He had it rough, and he hurt a lot of people. Финзер, я не понял. But that's not the Raiden I know. Не тот Райден, которого я знаю. Да, он стал жестче, детка. Как думаешь, как Жирика убить? Надо стать вообще громилой. Тогда уже у тебя получится. А, ну да, герой. Все, теперь американские хэппи-энды пошли. Покажите Райдена! Где Райден? Ну только не черный экран. Чаще всего после титров. Оу! Интересно. На черном экране титры пошли. You cost them a lot of money, да? Not to mention killing their funding. Literally. Literally. The bribe-taking program is finished, but the larger company is not, I'm afraid. Someone will buy them. PMCs are in demand once again. На 3D принтере, да, круто было бы, да? За идеалы, в которые не верят. Кто это, сенатор? No. Nothing. So, your mind is made. You will not come back. Он не вернется. У меня своя война. Все? Всем спасибо, все свободны?